Володимир Зеленський зустрівся із трьома американськими сенаторами. Зокрема, на зустрічі були два республіканця, а від Вісконсина Рон Джонсон та Вайомінга Джон Барасо, а також демократ від Коннектикута Крістофер Мерфі. Сенатор Барасі повідомив, що США підтримуватиме Україну, а обсяг допомоги, в тому числі військової, має зростати. Джонсон заявив, що це, цитую, демонстрація двопартійної підтримки хороброго народу України. Кінець цитати. Також сенатор зазначив, що зустріч була відмінною, і він разом з колегами їде з України оптимістично налаштованою. Посадовці та просто впливові особи зі Сполучених Штатів стали часто приїздити до нас. Так, нещодавно ми були свідками візиту держсекретаря Майка Помпео та адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Я сьогодні бачив якраз прес-конференцію прямо на ганку адміністрації, ну тепер же Офісу Президента. І мене, знаєте, я коли почув краєм вуха, що коли вони говорять про військову допомогу, я щось зразу згадую про ці прострочені джавеліни. Пане Олександре, чи морально підтримувати в Україні війну, по суті, воюючи, так як Америка воює вже понад 100 років з спочатку з Російською імперією, потім з Радянським Союзом, тепер з Російською Федерацією. Что характерно, именно благодаря Российской империи Соединенные Штаты состоялись как государство сначала во время своей революции в 18 веке, а потом во время гражданской войны своей, когда российская эскадра блокировала действия английской эскадры, которых, ну, в общем, американцы оказались немножко неблагодарны. Да, а насчет ленд-лиза, ну, порассуждаем по поводу. Я с вами не согласен о том, что ленд-лиз внес решающую роль в победу. Важную, да, но не решающую. И об этом это признавали. Про військову допомогу. Да, это, а что касается этой военной помощи. Вы не понимаете, что это и демократы, и республиканцы. Военной помощи. Вот недавно, буквально, по-моему, сегодня, читал высказывание бывшего министра финансов тех же Соединенных Штатов Америки, который заявил о том, что Америка, по сути, в 2014 году совершила вторжение в Украину. Ну, посмотрите на последствия этого вторжения, и мы сможем по последствиям оценить всю глубину и низость и подлость этого поступка. А сейчас они просто поддерживают, пытаются таким образом поддерживать огонь, тот самый огонь, который они разожгли в 2014 году. Они ведь, по сути, профинансировав государственный переворот, они разорвали страну на части. Но никто же не будет отрицать, что до 2014 года, до государственного переворота в Украине был Крым, был Донбасс, не было мира. ВВП Украины было в два раза больше, чем сейчас. Население Украины было гораздо больше. Украина развивалась. Средняя заработная плата в Украине была выше, чем в некоторых странах Европейского Союза, там в той же Болгарии или в той же Румынии, которую уже сейчас приводили. И румыны и украинцы тогда не мечтали о Великой Румынии. Вот теперь это все произошло благодаря американцам, вторжению американцев. Они поддерживают огонь. Пан Олександр, почули вас?